Привет, друзья, канал Славон в отрыве. Показываю вам самое оптимальное видео, как можно максимально быстро, максимально эффективно разжечь угли. Я попробовал много способов. Лил ее, розжиг, он горит 10 секунд и все, больше ничего нету. Пробовал закидывать дрова, собирать по лесу. Это вообще полчаса уходит на розжиг углей. Но вот средство. Всего за $1.5 вы можете взять 64 брикета для розжига. Нам на один розжиг будет достаточно всего лишь 6 брикетов. Первым делом, что мы делаем? Засыпаем угли. Распределяем равномерно по всему мангалу. Делаем 6 углублений в нашем мангале и готовим чудо-брикетики. Давай покажем, что реально это 6 брикетов. Берем 6 брикетов. Вот вы видите, здесь всего 6 брикетов. Так, зажигалка у меня. Так, ну что, для этого разжигаем первые. Смотрите, как они быстро начинают гореть. Так, сверху ложим побольше уголек. Вот, засыпаем наши брикетики. Видите, они очень хорошо горят. Укрываем их, наверх ложим угли. И потом смысл в том, что они друг от друга должны потом пойти гореть. Весь процесс у вас должен занимать не более 5 минут. Через 5 минут мы уже должны положить мясо и готовить шашлычок. Не носить дрова, не тратить время на все вот эти вот. Так, смотрите, у нас уже пошло горение. На пачке написано 5-7 минут. Они горят, и за вот эти вот 5 минут мы должны полностью приготовить мангал для жарки мяса. Вы увидели, как можно разжигать угли максимально быстро, максимально эффективно, максимально круто. Всего 5 минут, и вы можете жарить шашлык. Не надо никакие распалки, не надо дрова, не надо жидкий розжиг. Все, ребята, пользуйтесь. Все для вас. Пока.